Решили сделать водяной пистолет и развлечься с друзьями? Нет ничего проще. Нам понадобится пустой тюбик из-под клея или силикона. Тщательно его вымоем. Проталкиваем заднюю крышку в исходное положение и заливаем воды. Ну что ж, можно теперь и в бой. Решили посмотреть интересный фильм, но не хотите обставляться посудой? Такой вариант вам будет как раз кстати. Возьмите вареницу или чашечку для мороженого. Неплохое решение, вполне удобно. Собрались намолоть кофе? Включим фантазию и механизируем процесс. Необходимо почистить фрукты или овощи, наводите за свои пальцы, есть вариант. Травмировались. Необходимо приложить лед. Но где ж его взять? Воспользуемся газом для зажигалок. Ну вот, уже легче. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Впереди еще 100 пудов, много интересного.